Шарм-эль-Шейху. Самолет был полупустой, автобус полупустой. Везде унылая картина за окном, одно и то же, дюны, барханы. От Каира до Шарм-эль-Шейха открыта новая дорога. Обещали, что время в пути по ней сократится до 4 часов. На самом деле дорога не готова. Хорошее покрытие перемежается с бетонкой, без ям, но с горбами. Ехать под ним некомфортно. То и дело нужно держаться за спинку кресла, чтобы не упасть. Новые блокпосты очень красивые и, судя по всему, удобные. Сделаны они на века, на первый взгляд, но они не работают на сегодняшний день. За всю дорогу от Каира до Шарма нас останавливали 2 раза. На старых блокпостах без всяких удобств. Все время пути заняло 8,5 часов вместо обещанных 4. Сейчас приехали на блокпост, досматривают мужчин арабов. Женщины сидят в автобусе, европейцы мужчины тоже сидят в автобусе. Вот такие у них есть оборудованные блокпосты. Вот это автовокзал Шарм-эль-Шейха. Жарко уже так. В Каире было прохладно. 25 градусов, 20, а здесь 40, наверное, уже на солнце. Сейчас будем искать маршрутку или возьмем такси и поедем в наш компаунд. Дельта Шарм называется он. Вот мы сели на автовокзале Шарм-эль-Шейха на такси. Такси до нашего компаунда будет стоить 4 доллара.